Всем привет! Сегодня в Скайбоке вышло обновление, добавлены пчелы. Вообще, это очень круто. И сейчас мы это все посмотрим. Так, я уже зашел. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут за обновление, что изменилось. Так, пока что я никаких изменений не вижу. Какой классный инвентарь! Посмотрите, теперь не надо так долго рыскать и искать то, что нам нужно. Знаете, можно категорию выбрать и все. Это вообще красиво, удобно. Еще было написано то, что сундуки стали больше там вместительностью. Вау, как это удобно, вообще круто. Даже поезд добавили. О, это что такое? Это улей! Посмотрите, у меня есть улей, круто. А где пчелка? О, смотрите, это пчелка что ли? Эй, ты что так далеко? Прилетай сюда быстрей! Какая-то пчелка вредная мне попалась, не прилетает ко мне. Эй, сюда! Вон там твой улей. Что-то не летит вообще. Да, еще и вот такая вот штука. Написано для пресса меда. Угу. Еще было написано то, что добавлено 4 новых рецепта. О, их даже 5. Все там неправильно, значит, написали. Круто, новые рецепты. Больше сможем готовить. Да, и вот сундуки. Круто, смотрите теперь. Вместо 8, 12. Морковку по 30! Круто, круто, круто. Вообще круто. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Вот тут изменилось. Так, давайте проверим Акаумарида. Не изменился ли он? Нет, не изменился. Я только залез. Так, давайте посмотрим. Это что там такое? Я такого раньше не видел. Вау, это что за постройка такая? У тебя ничего нет? Так. Что это за постройка такая? Я даже не понимаю. Непонятно вообще, что за постройка. А, интересно, лошадь добавили? Мы это узнаем. Так, нет, не добавили, потому что ничего нового продавать нельзя. Понятно. Но лошадь не добавили. Ладно, я возвращаюсь к тебе. И вот мой улей. Только в нем меду не жалко так. Так. Сюда, наверное, надо будет мед положить. Моя пчелка какая-то вредная. Улетает от меня постоянно. Давай прилетай. Не прилетает. Ладно, мне подписчица дала мед. Немного. Тут мне до сих пор мед не сделали. Вот, немножко меда у меня есть теперь. Ну и давайте закинем этот мед. Вот эту вот вот эту вот машину, короче. Для пресса. О, вау, как она работает. Посмотрите просто. Круто, да? О, я получил бочонок меда. Ну, как бочонок. Чуть-чуть меда получил, неплохо. Что я могу скрафтить? Что за морковка такая странная? Я такого не видел раньше. Ладно. Что, мне больше ни на что не хватает, что ли? Ну, ладно. Ну, не надо. Че, вообще куда-то улетело, не пойми, куда, я даже теперь не вижу. Вот пчела, давай, возвращайся. Возвращайся домой, уже ночь наступила. Она спит на полу. Как тебе жалко. Либо тебе лень просто в улей идти, что ли? Жалко пчелку, да? Может, она без улей осталась? И забыла дорогу. Ладно, давайте посмотрим дальше. Класс, у меня новый улей, и там пчелки работают, да, и они цветы собирают, круто. Круто, 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 смотрите, вот она летит и собирает. Классно. Вообще. О, мед появился. Да, у меня есть свой мед. Там еще, кажется, медовые блоки, наверное, можно скрафтить. Да, скорее всего. Так, закидываю вот в эту вот машину. И получаю бочонок меда. Как это круто, да? Очень круто вообще. А она тут до сих пор спит. Опять лень в улей долететь. Вообще. Ну, вот такой вот у нас сегодня коротенький ролик получился. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Тут очень много интересного про Roblox. Всем пока-пока!